10 августа на центральной площади Кургана начали дорожные работы. Они ведутся на улице Гоголя, буквально напротив здания областного правительства. Представитель Курганского ТП, которая по подряду Водного союза проводит работы, сообщил, что необходимость ремонта вызвана просадкой дорожного полотна. По словам прораба, в декабре прошлого года здесь ремонтировали водопроводные сети. Асфальт на месте раскопок уложили в зимнем варианте. После оттаивания почвы и под давлением машин он дал просадку. Сейчас Водный союз устраняет этот недочет дорожного покрытия, снимает верхний слой старого асфальта и укладывает новый. Работу планируют завершить к вечеру четверга. В день города курганцы будут ходить по ровным дорогам. Напомним, что за последнее время на этом участке дороги произошло 2 ДТП. В середине декабря в яму, которую раскопал Водный союз, угодил Рено Меган, а вечером 8 марта тут же под Жигулями провалился асфальт. Антон Тиженков, Николай Волков, Владислав Базлев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру.